Привет, с вами профессор, и сегодня я вам покажу, где же скачать нужные шрифты для вашего компьютера. Заходим на сайт, который я оставлю в описании. И вот здесь, собственно, все шрифты. Для начала, ну, вернее, для примера, я скачаю любой шрифт, да? Предположим, вот этот вот мне понравился он. У нас скачался zip-архивчик. Сворачиваем игрушечку и разархируем, извлечем файл из архива в любое удобное место. У меня это рабочий стол. После этого открываем файлик, который мы сархировали, и здесь видим текст. Мы нажимаем «Установить», то есть это пример как бы. Нажимаем «Установить». После установки мы можем проверить, все, оно установилось. После установки мы можем это проверить, если нажмем, откроем блокнот, нажмем «Правка», ой, вернее, «Формат», «Шрифт», и после чего выберем название того шрифта, который мы устанавливали. Сейчас я посмотрю название. Helvetican. Что-то там. Так, сейчас я постараюсь все это сделать быстро. Helvetica. Не хочет искать. Вот, Helvetica. Отлично, вот он. Это именно тот, который мы устанавливали. Также сейчас я сделаю побольше, чтобы было лучше видно. Такой вот, да. Ну, видите, он такой же совершенно. Напишем что-нибудь по-русски там. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Всем спасибо за просмотр.